Так, очередное доброе утро всем. Сейчас иду на завтрак. Ноги болят. Ну, не так, что я думал, вообще сегодня не встану. Кое-как корячусь, конечно, но сейчас расхожусь. Ой, какие-то тучки. Сутрица. Вчера у меня дрон около заброшки чуть-чуть полетал, но там был ветер. Вот здесь сейчас ветра нет. Еще раз попытаюсь. Ну, прям очень мощный Wi-Fi тут в отелях. Прям мешают ему, и все. Ну, тут ему падать особо некуда, никуда не должен улететь. Если в соседний отель, то я во двор схожу, подберу его. Вот так вот. Ой, настроение прекрасное, морду пока свою опухшую не показываю, но сейчас покажу ее, выйдя в прямой эфир. Я, собственно, только на завтраке и выхожу. Потому что у меня потом особо... Только на пляже, когда Wi-Fi есть. Те, кто вчерашние мои записи посмотрел, поняли, что я чуть не умер на велосипеде, когда поехал на канатную дорогу. Там крутой достаточно подъем, 7 километров. Поэтому, конечно, я вернулся. Я несколько раз останавливался, я думаю, нет, доеду. Но когда я понял, что у меня нет ни воды, ничего, и я уже там несколько раз выжимаю футболку, ну просто уже все. Когда уже шум в ушах начался, я думаю, не, здоровье дороже. И я потом с трудом по этому уклону вернулся, потому что тормозил двумя колесами. У меня два тормоза, передний и задний на этом. Наверное, я их нахрен там стер. Ну вот, а сейчас думаю, все-таки туда съездить стоит, но на автомобиле. Если бы я знал, если бы меня этот чувак там не сбил, я бы вчера такси оттуда взял. Оттуда-то дешевле было бы, там рядом совсем. А так придется отсюда тащиться из Кемера. Ладно, есть пошел. Вот второй спуск у нас тут. Матрасы тут сушатся. Так. У нас два просто выхода из отеля. Один вот такой красивый, белый. В белом стиле. Надо тут сфотаться, только солнце светит в левый глаз. Нифига себе жара. Такие колонны белые, белоснежные. Сейчас я пойду. Я хочу этот дрон запустить, попробовать еще раз. Последняя попытка. Ой, кстати, тут техническая. Я пошел не по той лестнице, но тут есть открывашка. Ну, в смысле, это ворота. Ой, пролезь бы, господи, своим прессом не застрять. Вот такой вот здесь спуск. Я отель, кстати, выбирал еще и по красоте. Мне понравилось его оформление. Ну, и, естественно, из недорогих выбирал. И которые заселяют одиноких мужчин. У них почему-то многие отели не заселяют одиноких мужчин. Там целый список ограничений. Ну, своя страна, свои заскоки. Вот, видите, какой он прикольный. Вот такой второй выход у нас. Тот у нас такой более под камень, а этот такой вот белоснежный. Видите? А что там написано? А, ну Naturella правильно написано. Просто у меня тут экран переворачивает. Так, ну ладно, сейчас попробую запустить еще раз дрон. Видите, тут вот это все отели. И у них еще по нескольку Wi-Fi у каждого. Вот и представьте. Вот здесь вот у нас вот лоза. Вот я как раз наверху стоял, когда прямой эфир вел. Вот, видите. Ну это дерево, это не лоза. Лоза там где-то виноградная дальше. Вот какая.
какая красотень. Сейчас на ту сторону перейду, и весь отель будет видно. Ну, вот это, террасу все видно. Не знаю, что у меня с дроном, но у меня задымился один винт. Почему? Ну, не винт, а движок. И теперь только два работают. Короче, аж запах пошел. Короче, отлетался. У меня там запасные четыре движка идут. Что-то прям какая-то проблема с ним. Один раз единственный вчера его запустил, а тут сегодня что-то глючит. Ну ладно, значит, не судьба. Ой, солнце выглянуло, уже сразу жарко. Я был неправ по поводу моря. Сейчас мне на воспогодится это. Короче, не знаю, что завонял у меня. Одна сторона двух движков. Два движка вообще молчат. Причем один из них вот здесь новый. И он воняет. Прям что там сгорело в нем? Собака недорезанная. Причем ни с того, ни с сего. Так, я хотел рассказать про финики. Видите? Они их продают, называют хурмой. Но это финики. Однозначно, потому что... Сейчас я разломлю. Вы увидите. Сейчас я съем. Очень сладкий. Знаете, косточка финика. Длинная, продолговатая. Они называют хурмой. Очень вкусно, сладкий. Она мне вчера выбрала. А зеленые стрёмные. Зеленые прям жесткие-жесткие. Я их рукой трогал. Тут у меня бардак, как всегда. Тут сохнет. Тут плохо, что долго сохнет всегда. Из-за этого бардак все время. Короче, рано еще. Только начало 11-го. Тот чувак что-то еще не работает. Ой, иногда блуждаю по улочкам, потому что много маленьких улочек, и они не все параллельные, перпендикулярные. Все какие-то пятиугловые, вот эти вот пятизвездочные перекрестки, как во Вьетнаме некоторые улицы. Поэтому иногда едешь по одной, должен приехать туда, приезжаешь не туда. Вот я сейчас на улице Фонтанов, сейчас доеду до дорожки, которая там идет до Вайкики, вот именно это, ну, велосипедная. И поеду, съезжу там, обменяю доллары, может быть, что-то куплю. Ну, в смысле, там не обменка, а просто тебе в лирах выдадут сдачу. Еще, может быть, по пути таксист попадется где-то одиноко стоящий. Узнаю, сколько будет стоить до Фонтанов. Ой, господи, до канатной дороги. Что-то я русскую речь стал забывать. Погода сегодня не очень, поэтому можно в горы съездить, не так жарко. Улица Фонтана, все еще спят, по сути. Так вообще тут всегда очень много народу. Ну и не особо-то тут приветствуют катание на велосипедах, но утром вроде как просторно можно прокатиться. Так, сложно мне проехать сейчас с одной рукой между этих, лучше я побольше. Вот она, дорожка идет. Велосипедная. Вот он, съезд. Ну вот она, дорожка. Сейчас доеду. Далековато ехать сейчас до Вайкики. Думаю, ну, километр, наверное, есть. Вот видите указатели, где кто в какую сторону должен ехать. Желтой зоной помечены перекрестки, чтобы быть внимательным. Потому что тут никто дорогу тоже не уступает. Велосипедисты, пешеходли, всем пофигу. Ну, об этом, собственно, гиды предупреждали. Вот на таких с аккумуляторами катаются по всему городу. На 2-3 часа хватает аккумулятора. Я хочу взять, $4 час стоит. Хочу взять просто вот на 2 часа прокатиться. Но он как раз по двух, по трех человек. А одному как дураку. Еще он такой маленький, низенький. С моими коленками, с моим ростом. На велосипеде это смешно, хотя я самый большой выбрал. А та хрень еще ниже. Буду как гномик. Ой, наоборот. Подо мной будет этот мотороллер, этот как от гномика. Вот эти, блин, синие столбы напрягают по центру.
А еще плитка гребаная. Ну, в смысле, вот это все замощено, и велосипед идет неровно. По асфальту прям такое удовольствие катиться. Нахрена они? Но там вначале дорожка начиналась не плиточная. Сначала идет как асфальт. По нему мягенько ехать. А тут, блин, тагадинский конь задрал. Вот отели 4-5 звезд здесь. Здесь такой элитный район. С ночными клубами, которые вечером проезжал. Они вот впереди. Скоро их проезжать будем. Давай, Кики. Чуть-чуть осталось. Аура и Инферно. Еще видите, все закрыто здесь. К вечеру откроется. У меня тормоза после вчерашнего дня стали скрипеть капец. Я там, походу, говорю, колодки стер. Банкоматы. Так, на каждом перекрестке я притормаживаю. Мало ли, какой дурачок там выскочит. О, наконец-то асфальт пошел. Ну, тут, собственно, асфальт пошел и заканчивается дорожка. И не знаю, прям стоит ли сегодня в горы ехать. Не слишком ли темно там будет. Тут фонтаны какие-то. Еще какой-то клаб написано, но непонятно. На дискотеку вроде не похож, не в стиле. Наверное, так отель называется. Да, скорее всего, да. Вот видите, на аккумуляторах вот такие штуки. Вот смотрите, как там низкая какая посадка. Я сяду, и у меня коленки до руля, по-моему, достанут. Теннисные корты 5-звездочных отелей. Ой. Солнца нет, а все равно уже спина мокрая. Да, вот там вот я боюсь, что в горах ни хрена этих из-за облаков ничего не видно будет. Но с другой стороны, зато не жарко будет там. А на море сегодня, как бы, я думаю, прохладненько. Вот вчера, наверное, море было чудное. Вчера единственный день, когда я пропустил море. Да потому что сил уже не было. Деревца такие. Вертолет где-то летит. Это 4-звездочный отель. Кемер. Dream Hotel. Мечты Кемера. 2 корпуса у них. Я был там в одном из номеров. Еще меньше моего, я, по-моему, где-то рассказывал. Но у них свой двор там, и там бассейн, и ресторан, развлекуха, и all-inclusive, конечно. Все отели 4 звезды. Ну и тем более 5 all-inclusive. Несмотря на то, что тучки вроде, и температура невысокая, все равно жарко кататься, крутить педали. Ну вот, собственно, доехал до их башни, достопримечательности с часами. Перекресток, видите, тут во все стороны, блин. Так, где же таксиста мне найти? Таксисты у них тоже как-то странно. То стоят целыми кучами, то фиг найдешь. Поэтому сейчас буду искать. Ну хотя бы примерно цену, чтобы узнать. И в долларах они берут, или в лирах. Площадь пустая, вечером тут много народа, а сейчас не особо. Вот это у них какая-то центровая остановка автобусов, здесь очень много всегда автобусов стоит. Наверняка и туда тоже идет какой-то, ну не прям до фуникулера, может быть, но куда-то автобус. Но это ж надо знать его номер. Кстати говоря, этот магазин в Вайкики уже очередь сидит. Сейчас я заодно и посмотрю, через сколько он открываться будет. Так, вот там впереди вижу такси, если там такси. Слушайте, ну он открыт. А почему тот закрыт? Так. Опять там таксиста нет, спросить. Елки зеленые. А ты прям испугалась, заплатить. Там тоже уже поехал куда-то таксист. А, он тоже такси стоит, и тоже не вижу водителя. В общем, узнал я у таксиста. Туда-обратно $40, 20 в один конец. Там он ждет, стоит. Ну, дороговато, да. Если брал бы путевку, ну, с экскурсию от фирмы, то, наверное, бы, ну, в районе 30, может быть, стоило бы. Но тут комфортно, едешь один. Сейчас я еще спрошу, сколько тот чувак мне скажет. За 30 я бы поехал, 40 дорого.
даже 10 долларов это как бы тут цена нормальная, поэтому не хочется терять. Ну что, еще раз в Вайкики сходить? Открылся он, нет? Может быть, он как раз и открылся, как я только отъехал. В общем, в 11 открывается этот Вайкики, а тут, видимо, в 10. Тут более, ну, в центре находится, поэтому туда народу всегда больше. И, видимо, раньше открывается. Велик я поставил, там видели. Тоже есть стояночка, такая парковочка. Посмотрим, что здесь есть. Ну, я определюсь уже. Вроде как может распогодиться, кстати. Может быть, и стоит, правда, поехать сегодня. Тут уже тоже немножко народ скапливается к открытию. Так, маска у меня в кармане. Где-то надо найти ее. Стабилизатор дома заряжается на поездку, поэтому дергано с руки снимаю. В общем, все, с таксистом сейчас поговорил. Там где-то 80 лир стоит билет. Но я по визе буду рассчитываться. А он отвезет, ну, 40 долларов, да, 300 лир получается. Ну, нормально, зато на такси туда-обратно, и все будет комфортно, один, никакой толпучки, как вот возят на автобусах. Не хочу лишний раз рисковать, вдруг там кто-то больной попадется. Ну, его нафиг. А, дрон у меня накрылся, судя по всему. Пусть проедет. А, он поворачивает, блядь. Поворачивают, даже не моргают поворотниками. Вообще правила вот здесь вот хуже соблюдают. Вот смотрите, все едут, ни один поворотник не включает. Дебилизм какой-то. Не считают нужным, это ж неуважение. Так, велик. Велик мне сегодня будет нужен. Пойду-ка я его к столбу, к своему любимому пристегну. Я вечером хочу уж на пляж поехать. Ой. Солнца нет, но все равно что-то жарко мне. Фух.